мы можем оказать значительное лечебное воздействие на многие неврологические болезни. Особенно большой опыт у нас с аутизмом, когда приходят дети, которые не могут вступать в контакт с окружающим миром. После первого курса 10 сеансов ребенок может уже обращаться к незнакомому человеку, по крайней мере, на него смотреть. После второго курса он уже может заговорить. После третьего курса у него социальная активность, она абсолютно меняется. Мы действуем на ликвор, основная задача которого – это протекция мозга. В виде такой пульсации ликвор из области головы, он проходит по всему позвоночнику. И вот эта информация за счет костного массажа через ликвор, она поступает в мозг. Но чисто клинически результаты, вот особенно по аутизму, многие случаи ДЦП, вплоть до деменции, идет положительное воздействие на мозг, на неврологию, на неврологические болезни.